Сердце открывать можно тому, кто достоин этого. Понимаете, люди в страсти, они не могут открывать друг друга сердце, потому что они не способны вообще его очищать. Понимаете, грязное сердце, когда открываешь, туда сыпется грязь сразу. Ну то есть, понимаете, если грязные отношения между людьми, у них нет чистоты, светлая память друг о друге не существует. Мы просто вместе живем, обиженные друг на друга. У нас нет чистоты, нет глубины в отношениях, мы не раскаиваемся, не прощаем, не просим прощения. У нас нет вот этого, я сейчас вам, давайте, песни просто, да? Я не могу словами это писать. Вот тогда искренность, тогда чистота, тогда открытие сердца. А если этого нет, вы не работаете в этом направлении, ваше сердце туда не движется, тогда вы откроете сердце, и туда пойдет не то, что нужно, понимаете, будет еще хуже.